Сони. Давайте просить. Все свое рождение и справедливость. Одна справедливость, которая верю, это слово Божье. Я верующий, я верю в Иисуса Христа. И одно из самых важных вопросов в жизни у нас говорится, где ваш Бог? Покажи ему. Столько несправедливости в этой жизни. Покажи, где он. Сколько детей умирает. Сколько от онкологии умирает детей. Сколько маленьких, новорожденных умирает. Где ваш Бог? Есть у кого пресс? Есть. Я знаю, есть. В Писании есть такое место сказано. Иисус сказал ему, сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Видевший Иисуса Христа, видел Бог. Если ты хочешь увидеть Бога, кто Он такой, возьми Библию, начни читать Слово. Там написано об Иисусе Христе, об Его жизни. И узнаешь, что такое Бог, веруя в Него и принимая Его волю и Бога. Всем благословений сегодня на сегодняшнюю игру. Господь, спасибо за судьи, Господь, спасибо за сегодняшний матч, Господь, чтобы было все по Твоему устройству, Господь, с миром, Господь, классный, без спорта футбол, Господь, без гнева, без злости, Господь. Моя молитва Иисуса Христа. Аминь.